Друзья, всем привет. Почему я сегодня включаюсь? Сегодня мы будем делать что? Я не знаю, как вы заметили. Гараж уже покрашен. Покрашен в белый цвет. Тут черная полоса. И также я хочу покрасить двери. Но для этого надо сперва двери нам шлифануть. Хочу просто показать. Сам еще никогда этим инструментом не пользовался. Вот такой шлайфгерит, по-русски, как не знаю, ну как всегда переведу. Шлифовать, короче, вот чем надо. Есть даже одна, это внутри для вот такой насадки. Эта насадка уже одета, для нее вот есть одна. Фирма Bosch. Это не профессиональная, можно штука сказать, но сейчас посмотрим, как с ней можно работать. Потому что я думаю, у кого дома она обязательно понадобится когда-нибудь. Сейчас посмотрим, как фильтр будет работать, чтобы ничего не летело. Так, в первую очередь посмотрим, работает. Довольно даже тихо работает, я думаю, меня слышно. Так, и это было на самую вышку. Давайте посмотрим, если на единицу. Вот единица, двойка. Тройка, четверка, пятерка, шестерка. Довольно нормально. Сейчас посмотрим, как она будет работать. Это четверка. Чуть-чуть пыли только. Видите? А так фильтр будет нормальный. Вот так она легко снимается, ребят. Одеваем вот эту. Сюда влазить не знаю, но нормально. Ладно, ребят, все, на сегодня хватит. Всем пока. Ребят, всем привет. Короче, вот что за аппарат я себе взял сейчас. Вот этим мы будем сейчас равнять дома у меня. Пол будем равнять, ну короче, там все покажу. Самое главное, как завести этот аппарат вообще. Я что-то не понял, как-то он мне показывал. Это для ключа или вот это для ключа? А, он говорил, сперва этот натянуть, пристегиваться тут. Ладно, фиг. Теперь я настоящий колхозник. Ребят, я до этого снимал, а батарейка, по-моему, села. Короче, взял себе вот такой аппарат и еду сейчас с одного поселка в другой. 6 километров. 22 километра в час.
что-то дома. Теперь я настоящий колхозник. Всем доброе утро. Что за планы на сегодня? Как вы видали, я вот этот трактор брал. В первую очередь вот этот забор. Ну его в принципе, но он здесь только так. Здесь его можно, вон он выламывается. И здесь нам надо где-то сантиметров 30 тут минимум. Ну или 25 может. 25. Здесь будем убирать все. И там заполнять. А, и плюс вот это надо вытащить аккуратно. Вот эти все. Потому что эти я хочу на ноль ставить вместе с этой, знаешь? И здесь, наверное, буду это, как его, фластан. Камень опять же положить, такой же. Вот здесь. Будет лучше, да? Потому что Настя вон уже. Заехала. Ломай? Ломай, ломай. Просто его вот сюда пока бросаем, мы будем сейчас его увозить. А? Мы сейчас его вот так сломаем по чуть-чуть и потом будем бросать туда. Или думаешь открутить их лучше? Ах, он сломает его. Давай вон там, ломай его. Только забор ему не сломай. Вот и все. Лео, где твой шлем? Вот и все, снимай. Лео, подожди-ка, мне вон та штучка нужна потом будет. Да, вот это мне нужна будет потом. Ну мы, а он уже там начертил. Сосед мой. Он начертил здесь. Она здесь должна вот это стоять. Чтобы они знали, где вот эта штука. С ноги трудно, ну. Вот, ребят, сколько надо убирать. О! Ломать интереснее, да, чем делать что-то. Я же по профессии только ломаю. О, эти будут трудно, они их сбетонировали. Там бетон. Вот так и будем потихоньку-потихоньку до на ноль хочу встать на ноль. Если на ноль не встанешь, то придется ставить еще дополнительные эти как их, ну, боден по-немецки они называются, чтобы земля не падала. Вот. И потом здесь будут эти деревья ставятся, да? Вот так все. Перегородка будет такая. Короче, ребят, это офигеть сколько.
Надо тут землю убирать. Смотрите, маленькая час, мы где-то тут час уже. Ну, маленький, во-первых, вот этот. Надо большой, по идее. Такой трактор. Смотрите, что еще тут. Ведь раньше здесь, на всем участке, стояли елки по метров 15. Они высокие были. На всем участке этот дом вообще практически видно не было, поэтому крыша так и выглядела. Вся грязная. Смотрите, это водоросли еще от этих елок. Такие выкапывают. И сейчас еще на данный момент ездит полиция, мне сосед сказал, контролирует. Сейчас же нельзя выходить, ну, то есть встречаться с людьми. Но я фиг его знает, мы вдвоем, так вот, вдвоем, по-моему, можно. Не знаю, если приедет, что скажет. Пытаемся гору тут сделать, не потому что вот где-то вот отсюда, минимум, надо засыпать все. Вот если мы вообще перевернем, это будет, конечно. Тяган бремзе, ангецунг. Если что, Лео, не выпрыгивай, а сиди в нем внутри. Да, с Абхаза, смотри внутрь. Офигеть, до конца ранги, для этого. А что это через меня? Это твое, наверное, есть. Сейчас посышь. Это, вон, это только мой, получается. Ну, наверное. Не, ну нормально, теперь я хоть знаю, где он. Окей. Не, вас ты сразу вас мешает. Давай, закрываем. Сейчас спрятаться может здесь что-то, да? Давай, что будем прятать? У тебя там золото там есть? У тебя золотые часы, ты ж не... Купа, давай закидываем все. Медь сюда. А банок крепкий. Кошка сейчас туда, все и попало. Давай, закрываем опять. И здесь не надо ехать по нему. А знаешь, что можно? Эй, он уже как-то это... Подвинь его с багером. Ну дальше туда надо, да. Подвинь его с этим. Я думаю, перед... Лев, Лев, подожди. Этот дебил тут бегает. Я еще даже не включил. Ну, подожди, он же дебил. Перед этим, как копайте что-то, ребят, на своем участке, посмотрите в бумагах, где что находится, а то здесь может также лежать проводка, там, не знаю, электричество, да? Или вот эта хрень. Ладно, почти ли хватит. Давай работаем дальше. Ребят, сами видите, сколько это длится вот с этим маленьким. Вот это убирать. Он всегда застревает. И сейчас вот это хорошо, мне нравится уже. В поселке все должны как бы держаться вместе. Сейчас приедет сосед на своем вот таком. Ну, он чуть побольше. Ну и посмотрим, как быстро это пойдет сейчас.
Да-да, здесь надо сперва надо убирать здесь песок снизу и потом уравнять. Короче, это будет, ребят, до хрена работы, я не разбираюсь в этом вообще, поэтому, ну, будете со мной. Я уже сейчас чуть-чуть, не то что расстроился, но работы до хрена все сделали, ну, все уже сделали, придется работать. Вот это мы работу себе сделали. Настя, как тебе твой новый этот гартен? Песок надо убирать, сколько сможем, не знаю. И хорошо, у соседа есть небольшое озеро, ну, не озеро, как это, тайс по-немецки. И он хочет его убрать. И мы его сейчас будем засыпать ему песком. Ну что, перекусили? Лео уже больше работать не хочет. Темное-белое. Короче, что вообще планируется? Здесь вот это так все оставляем. И она как горка будет идти вниз, да? Здесь будут камни вылаживаться. На сантиметров 70 высоту. Вот. Ну, здесь также будут цветы расти, все. Где вон то дерево? Чуть-чуть дальше вот так. Здесь будут деревья, ну как их, хекка. Я уже говорил, короче, что тут будет. Но для этого нам надо все равнять сперва здесь. Это, короче, офигеть сколько работы и сколько еще много земли. Я сейчас буду делать дальше. Жара офигенная. Ну, ничего не поделаешь, надо делать дальше. Так, ребят, что мы делаем? Буду ставить метки. Я, если честно сказать, еще никогда этим не занимался. Вот. Вообще ничем этим я не занимался. А, ну я тут. Настя, ты мне мешаешь. О, болтать? Я не болтаю. Так. Что мы делаем следующее? Берем веревку. 10 сантиметров веревку. Вот так. Вот. А что, вот они, 10 сантиметров. Ну примерно, да. Теперь будем натягивать их. Мы сейчас метку сделаем, чтобы мы примерно знали, как нам идти. Для этого мы здесь убираем. Все. А есть ножик у кого-то? Кто завязал так на тебе? Настя, а что, обувь-то другой нету? Нет. Короче, ребят, вот какой системой работает. Натянули, измерили. И сейчас сравняем так. Той длинной палкой. Лео сюда засыпал. Настя, он. Боевая, ей, пожалуйста, лайкосик вот такой поставьте. Всем доброе утро. Я вчера даже не снимал толком под конец. Короче, чем мы начали вчера, ну, я уже, по-моему, это показывал.
И сегодня я буду продолжать вот это делать. И здесь также будем равнять. Убирать чуть-чуть, сколько нам надо, оставим. Короче, работы до хрена. Я не знаю, сколько я это буду делать. Делаем все вручную. Эту штуковину я сейчас увезу назад. Офигеть, он грязный, его надо чуть-чуть вытереть. Ладно, все, давайте. Так, ну что, потихоньку будем заканчивать, наверное, Настя. Здесь уже сделали. Пип. Заматериться охота. А здесь еще стоит. У нас Пасха, да, работать нельзя, по идее. Ну а что поделать? По времени чуть не получается вообще. Здесь еще надо чуть убрать. Ну, я, наверное, организую все-таки такой экскаватор небольшой, короче. И им буду делать дальше, потому что это, ну, мы нормально сделали уже, в принципе, да. 10 сантиметров оставили для... Земля еще будет засыпаться. А, ну, материнская земля, или как говорится, чистая, короче. Вот. Ну и также террасу, вон, метки уже ставим. Метки ставим потихоньку, как будет, как будем камень ложить вокруг вот этого, вот этой горы. Настя обязательно лайкосик работает, как папа Карл. А мы сейчас пойдем грилить, короче. Хватит на сегодня. Все, давайте, до следующего раза. Подписка, комментарии. Подписывайтесь в Инстаграм, Фейсбук, Телеграм. Ну, вы знаете. Всем хорошего дня, вечера, утра. До свидания.